Болгария ждет белорусов на своих курортах, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Болгарии. Дипломат подчеркнул, Беларусь не входит в перечень тех стран, гражданам которых запрещено посещать Болгарию. Белорусы могут приехать на курорты как по шенгенской визе, так и по болгарской национальной визе, стоимость которой составляет 35 евро. Белорусы готовятся отметить 8 марта. Так, в Минске уже сегодня официально разрешили уличную торговлю. Но только тем, кто вырастил цветы сам и имеет документальное подтверждение. Перекупщикам продажи запрещены. Им грозят внушительные штрафы. В целом цены обещают доступные, за этим будут следить специалисты. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия в преддверии 8 марта. В столице получить деньги можно уже сегодня, а в остальных объектах почтовой связи страны – субботы. В Международный женский день будут работать только дежурные отделения. Подробности можно узнать в колл-центре по номеру 154. Первый электродом в Минске сдадут в эксплуатацию во втором квартале этого года. С учетом ввода БелАЭС, это одно из перспективных направлений в жилищном строительстве. При проектировании новых микрорайонов специалисты учитывают и такие дома. В приложении Viber появился инструмент, который позволит пользователям мессенджера обезопасить себя от мошенников. Новая функция доступна в последней версии приложения для всех пользователей с белорусскими номерами. Для активации нужно открыть раздел «Еще», зайти в «Настройки», затем выбрать графу «Вызовы и сообщения» и включить тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этих действий пользователю не будут приходить входящие видео и аудиозвонки с номеров, которых нет в его списке контактов.